Всем привет, меня зовут Александр Пятницкий, и я на самом деле сейчас охуеваю от того количества данных, которых развелось на YouTube, которые якобы вас будут учить тому, сколько заработать денег, при этом нихуя не делая. Ребята, такого не существует. Вы знаете вот этих вот ребят, которые ссут вам в уши, такие: ебать, я заработал там 100 тысяч рублей, вообще я ничего не делал, с дома не выходил, теперь у меня дохуя есть денег. И типа еще такие, знаете, классные обложки на видео, мол, типа, смотрите, там прям логотип Сбербанка плюс там 100 тысяч рублей, прям вау. Моя мать ушла с работы, когда узнала, сколько можно заработать дома. Просто сидеть и ничего не делать. Сегодня, да, кстати, посмотрим с вами на парочку таких богачей. Признайтесь, вы хоть раз интересовались, как же заработать деньги, не выходя из дома, при этом делая просто минимально какой-то работы. Я молодая мамочка, сижу дома с ребеночком, зарабатываю по 20 тысяч рублей в месяц, вообще не парюсь. Давайте хотя бы на секунду включим логику в свой мозг и просто подумаем, что было бы, если бы в интернете была бы реально такая возможность за ничего не делание зарабатывать там 50 тысяч рублей, ну, к примеру. Сколько бы людей ушло с магазинов, с заводов и других предприятий, и все бы просто стопорнуло, все бы стали сидеть дома и зарабатывать свои 20 тысяч рублей в месяц или там 50, я не знаю, сколько они все обещают. Нет, конечно, я не говорю про те биржи фриланса, где вы реально можете заработать какие-то деньги. Но кто хочет ебаться с какими-то заказами, все просто хотят одну кнопку, получить столько денег, чтобы я сдох от счастья. И тем не менее, тот факт, что такой кнопки не существует, многие люди все равно ведутся на эту дрянь. Я бы не стал вам снимать подобное видео, не попробовав заработать на этих сайтах, что нам предлагают вот эти вот наебаторы. На 9 из 10 сайтов, чтобы заработать хотя бы каких-то сраных, не знаю, 500 рублей, вам нужно провести как минимум около, наверное, полумесяца, если не месяц больше. Да, вам особо делать там ничего не нужно будет, вам просто нужно будет серфить сайты, ставить какие-то лайки, делать репосты, писать отзывы. За вот эту хрень вы получите максимум рублей 500 за целый месяц. Это даже не, знаете, это не дополнительный заработок, это просто трата вашего времени. То есть вам нужно будет как минимум месяц реально зарабатывая, просто серфить и ничего больше не делать. Если вы заметили, я сказал только 9 из 10, а что же нам предлагает 10 сайт? То есть, знаете, есть такие сайты, где вам обещают, мол, 300 рублей, 500 рублей в день. Вы уже будете вводить сразу же, вот после первого дня. Давай, регистрируйся и начинайте с нами работать. Ууу, это так весело. И да, действительно, вы заходите на этот сайт, вы регистрируетесь, видите свой баланс, видите, как он пополняется постоянно. Выполняете самую ненапряжную такую лайтовую работку. Проходит минут 15, вы видите, ваш баланс уже 100 рублей. И вы такие все входите в кураж, короче, начинаете считать деньги, которые у вас там уже будут дальше. Если 15 минут это 100 рублей, значит, полчаса это уже 200 рублей, значит, один час это 400 рублей. А если поработать часов 10 в день? 4000 рублей в день! И это не выходя из дома, да без вложений! Вау! Набирайте ваши 4000 рублей, и при выводе этих денег что вы получаете? Пососай! Тут сайт вам резко предлагает, значит, и говорит, мол, типа, вот, чтобы вывести ваши 4000 рублей, вот, отправьте на вот этот Kiwi кошелек 150 рублей, и вы получите моментально вашу выплату на ваш там, куда хотите вообще. Хотите, хоть вам почта, хоть голуби прилетят и принесут эти деньги. Сайт называется «Заработок без вложений». Ребята, будьте внимательно, когда сидите на этой фигне. Если у вас требуют хоть какие-то минимальные, даже рубль, даже копеечку, вы там не заработаете нихуя. Но вообще реально существуют такие люди, которые отправляют деньги и потом ждут, а в итоге потом они не получают своих денег, а получают только, знаете, неприятный осадок от того, что вас наебали, и то, что каким придурком вы оказались. На самом деле, больше всего меня бесит вот такие долбоебы. Ну что, ребят, всем привет. Это мое первое видео. Вы уже поняли, наверное, о чем оно по его названию. Ну вот, я вам расскажу топ-3 сайта, где можно заработать без вложений. Пиздец, вы слышали эту речь? После регистрации вы попадаете на такую страницу. Переходим в раздел «Зарабатывать». Видите, здесь задание, посещение, письма, серфинг и тест. Ссылку для регистрации оставлю в описании. Переходим на второй сайт. Второй сайт — это SEO-спринт. Мало того, что у парня с дикцией реально лютые проблемы, так и сам обзор был снят вообще на коленке. Кстати, не знаю, насколько вас это удивит, но все эти видео как минимум не учат вас тому, как заработать. Подумайте, блядь, сами, какой адекватный человек будет рассказывать, как заработать легкие деньги, создавая себе конкуренцию. Есть две причины, по которым снимаются подобные видео. Первая — это реферальные ссылки, по которым вы перейдете, зарегистрируетесь и будете дарить процент своего дохода вот этому вот наебатору. Ну а вторая — это просто рекламные видео. Да, на этих сайтах существует такая типа бонусная программа, мол, запиши про наш сайт видео и получишь бонус вот в таком вот размере. Ребята, не ведитесь.
Вас не хотят научить зарабатывать деньги. Нет, никто. Нет, дело, конечно, ваше. Вы можете тратить свое личное время, зарабатывая эти копейки. Вероятность заработать больших денег только на ваших гол-фотографиях куда выше, чем вы будете заниматься подобной ерундой. Если вы действительно хотите сидеть дома, зарабатывать какие-либо деньги и развиваться в этом, чтобы в дальнейшем вы зарабатывали больше денег, то реально я вам рекомендую рассматривать только биржу фриланса, где там реально вы можете заработать какие-то деньги. Вам не придется там серфить какие-то сайты или прочее. Все идет по интересам и по умениям, там, навыкам. Прокачивай скилл, иди на биржу фриланс. Еще более тупыми выглядят вот такие вот амебы. Каждый день я зарабатываю от 5 до 9 тысяч рублей в день. Уже почти 2 года я получаю деньги на электронные кошельки. С недавнего времени решил набрать группу учеников. Вы получаете инструкцию, скачиваете и устанавливаете программу. Запускайте, все настраиваете за 30-40 минут и можете вывести деньги сегодня. И вот красиво стилит фраер, но, знаете, попахивает пиздежом. Окей, при заработке от 5000 до 9000. Ты что, не смог взять рекламу на свое видео? На моем балансе уже более 12 тысяч рублей. Давайте я обновлю страницу, чтобы вы не подумали, что это какой-то обман. Йоу, Орловский здесь и сегодня начал зарабатывать с помощью того, что вы просто будете смотреть видеозаписи. Да что ты говоришь? Я смотрю, ты из своих 12 тысяч даже не смог потратить рублей 400 на самую простецкую рекламу для видоса. Если вы натыкаетесь на подобное видео, где вам начинают тычить просто в лицо своим невъебенно большим балансом, который они заработали на этих сайтах, вы рубайте это видео сразу. Вот такое, ребят, сегодня получилось видео. Это было видео только для того, чтобы подсказать вам, что не ведитесь на все эти сайты. Я когда-то в свое время их испробовал на себе лично, я по опыту вам скажу. Если там и можно заработать каких-то денег, это минимальные просто бабки. Что вам будут рассказывать эти блогеры, это все делается только для того, чтобы вы перешли по реферальной ссылке и создали такую, скажем, пирамидку, в которой они будут зарабатывать куда больше, чем вы. Пока вы будете зарабатывать какие-то сраные рубли 200 в месяц, они будут на этом делать уже по 1005, особенно если у него большая аудитория. Пожалуйста, не ведитесь. Если это видео понравилось, обязательно ставь палец вверх, подписывайся на мой канал, мне будет очень приятно. Пиши комментарий, как ты зарабатываешь деньги, каким сайтам ты доверяешь. Возможно, я найду что-то какую-то еще биржу для себя, если ты в курсе, какая еще есть. О, я хуйню несу. А вы знаете то, что время 4:30, а я проснулся 3 часа 1.5 назад. Да по мне видно, блять, мне еще ебало не проснулось. Всем удачи, всем пока.